как выбрать кисть для росписи? Я использую синтетику для акриловой росписи матрешек. Если вы хотите заняться росписью на бумаге, можно использовать белку либо каланук. Обязательно должен быть тоненький хвостик, она должна быть послушной и не особо большой. То есть кисточка сама по себе тоненькая. Вот. Для акрила синтетика. Для того, чтобы основные части матрешки прокрыть, например, вот красный платок, да, я использую более толстую кисть. Четверку, шестерку, семерку. Для того, чтобы прописать более тонкие детали, двоечка, троечка, а для ресничек, например, у меня нулевочка, единичка. Если вам понравилось наше видео и вы хотите узнать больше полезных советов, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.